Давайте рассмотрим пример номер 12. У вашей компании большие трудности. Продажи упали на 50% вследствие сильной ценовой конкуренции. Дивиденды падают, акционеры требуют, чтобы вы покинули пост председателя правления. И вот вам вопрос. Как вы можете склонить на свою сторону членов правления и избежать надвигающегося банкротства? Рейнольдс. Я передам вам ответ через своего секретаря. Элсворт, как бы вы стали общаться с правлением? Подкупил бы кого-нибудь. Садитесь, Элсворт. Реджинальд, а как бы вы поступили? Как бы я поступил? Очень просто. Я пустил бы слух, что нас хотят поглотить другие. А как только наши акции стали бы расти, продал бы все. Это не только неэтично, Реджинальд, это противозаконно. Но мне всего 12.